Всем привет, ребята! Мы все с вами знакомы с трендом That Girl. Красивая, стройная, ухоженная, здоровая девушка. Так вот, в последнее время на Пинтересте начал вируситься трендовый That Girl Morning Routine. И я подумала, почему бы мне ее не повторить. Оставайтесь вместе со мной, и мы с вами начинаем. Ну что, всех с добрым утром, на часах сейчас 8 часов утра. Буду говорить честно, мне было не так уж и сложно встать 8 часов утра, потому что, в принципе, каждый день я где-то в такое время и встаю. Следующая часть нашего с вами That Girl Morning Routine — это drink water, выпить воды. Слава богу, я уже себе заранее налила воду с вечера, так что сейчас с вами попьем. И следующий этап рутины — это медитация. Я не фанатка медитации, я их очень редко делаю, но раз That Girl это делает, мы с вами тоже попробуем. Я решила, что на утро 5-минутная медитация будет самая лучшая, потому что и не слишком долгая, и не слишком короткая. Одеваю наушники и наслаждаюсь процессом. Итак, я открыла шторы, заправила кровать, и следующая часть That Girl Morning Routine — это Ice Face, что означает лед лицо. Знаю, очень странный перевод, но суть в том, то, что That Girl девочки используют вот такие вот специальные штуки, чтобы, соответственно, помазать льдом на свое лицо. Или холодной водой. Ну, в общем, это сделано для того, чтобы избавиться от покраснений и от разных опухолей. Опухолей? Странное слово. Опухание, в общем. Ну, вы поняли, да. У меня нету таких приборов, так что я просто возьму обычный лед и... Вообще, со льдом нужно быть очень аккуратной, потому что, с одной стороны, да, он открывает поры, он помогает избавиться от опуханий, от всего такого, но это очень холодная вещь, которая также может предоставить вам ожоги на лице, так что я аккуратненько наношу, особенно у себя под глазами, везде прохожусь. А потом перехожу к моей скинкер-рутине. Знаете, что очень странно? Это то, что скинкер-рутина идет до того, как я должна почистить зубы. Зубы я должна буду чистить после завтрака, а это еще где-то через два этапа. Соответственно, очень странные этапы, потому что, как по мне, нужно сначала чистить зубы, а потом уже делать скинкер-рутину, потому что разные вот эти вот химикаты из зубной пасты могут попасть на вашу кожу, и автоматически это тоже может повоздействовать на вашу кожу очень плохо. Соответственно, как бы рекомендуют сразу же после этого делать скинкер-рутину. Но очень странно. Очень странно. Знаете, что следующее в листе утра That Girl? Маска для глаз. Есть ли у меня маска для глаз? Нету. Почему мы делаем маску для глаз после скинкер-рутины, я тоже не знаю. Но этот этап мы с вами не можем пропускать, так что я решила, что я сделаю натуральную маску для глаз из пакетиков чая. I'm sorry, I have no other choice. Я уже таким способом пользовалась несколько раз, и мне кажется, то, что многие из вас, в принципе, понимают, в чем суть.
Завариваем 2 пакетика чая, ждем, когда они немножечко остынут, и накладываем их на глаза. Я не знаю, в чем плюс этого, но я видела в ТикТоке, в интернете все пишут то, что это очень хорошо, это такая натуральная маска для глаз, так что... Вообще люди рекомендуют использовать зеленый чай, но у нас дома нету зеленого чая, так что буду использовать Earl Grey. Обожаю. Мы с вами сделали маску для глаз, и теперь я перехожу к healthy breakfast. И сегодня здоровый завтрак у меня – это овсянка, молоко и фрукты. Фрукты сегодня у меня яблоко. Хотелось бы, конечно, что-то немножечко другое, но у нас дома очень мало сейчас продуктов, а мне лень куда-то ехать. Я хочу жрать, так что овсянка сойдет. Итак, мой шикарный healthy breakfast готов. Я добавила мед, яблоки, овсянка. Очень аппетитно выглядит, так что всем приятного аппетита. Чистим зубы спустя час после пробуждения. Мне кажется, что мне нужно перестать задумываться логически, потому что следующий этап That Girl Morning рутины – это тренировка. Почему мы тренируемся сразу же после того, как мы поели? Почему мы тренируемся после того, как мы нанесли всю skincare рутину? Почему? Почему это нельзя было сделать до, как разминка, например? Ну ладно. Я не that girl, так что не буду интересоваться этой суперважной информацией. Да, сейчас у нас с вами будет тренировка. Здесь вообще написано либо пилатес, либо просто обычная тренировка. Пилатес сегодня у меня нету, но на улице есть очень удобный коврик, на котором можно потренироваться. Скорее всего, сделаю какую-нибудь 10-минутную тренировку и все, потому что на улице уже постепенно начинает жара. И если я буду дольше тренироваться, то мне кажется, я просто сдохну от жары. Честно, такое странное сейчас ощущение, потому что я так давно не тренировалась именно здесь, у нас дома. В основном я тренируюсь в зале, но прикольно, да. Сейчас я, скорее всего, выберу какую-нибудь тренировку на ютубе, возможно, пилатес, либо что-нибудь на пресс, и будем с вами workout done. Let's go take a shower. Я, конечно, не знаю, что Pinterest имеет в виду под cute outfit, но я нашла первую попавшуюся себе маечку, шортики, вот такую накидку, и мне кажется, что это достаточно cute. Следующая часть That Girl утра — это сделать себе
какой-то нежный, аккуратный макияж. Но знаете, что меня больше всего удивило? Это то, что в этом листе вообще ничего про прическу не говорится. Типа, как проснулся, так и ходи весь день. Да, переоденься в красивый аутфит. Да, накрасься. Но прическа, кому она нужна? Но мне сегодня повезло, потому что я проснулась вот такими вот локонами, и мне кажется то, что под лук они прекрасно подходят. Давайте делать макияж. My favorite lip perfector от Clarins. Clarins. Я не знаю, как правильно говорить, но я его просто обожаю. Купила в начале этого года в Золотом Яблоке и... Amazing. Amazing. Ваша dad girl is ready for the day. Мы с вами уже подбираемся к концу этой прекрасной dad girl morning рутины. И последние три степа в рутине — это journaling, drink water и read. Что в переводе — дневник, вода и чтение. В принципе, от моего обычного утра сильно не отличается, потому что я также веду дневник по утрам, когда просыпаюсь. Единственное то, что да, я это делаю сразу же, как только просыпаюсь, но тут мы это с вами уже делаем почти в 11 часов дня. Да, какая разница? Водичку. Я и так, в принципе, на протяжении всего дня пила. А читать будем с вами после того, как заполним мой дневник. Так что приступаем! Я взяла свою книгу. В последнюю неделю я начала читать книгу после. Обычно я ее читаю по вечерам, но так как это в нашей рутине, будем с вами читать прямо сейчас. Я поставила себе таймер на 20 минут, чтобы как бы и почитать, но и не перебарщивать с временем. И да. If you know, you know. Вот и утро dad girl подошло к концу. Что хочу сказать, это то, что сильно, честно, от моей морнинг-рутины это не отличается. Но экспириенс был очень веселый, очень интересный, и я вам тоже советую попробовать, если вы хотите почувствовать себя dad girl.